В рамках реализации планов строительства вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией у нас идет поэтапное переоснащение на новые виды вооружения военной специальной техники. Сегодня прибыла очередная новая батарея зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2. Этому мероприятию предшествовала длительная работа, тщательная подготовка, переучивание и подготовка личного состава комплекса. Я думаю, что в ближайшее время это позволит нам ввести в боевой состав воинской части нашего вида вооруженных сил. Хотел бы отметить, что это плановая и не последняя поставка новых образцов вооружения военной специальной техники, которая направлена именно на обеспечение безопасности Республики Беларусь. Особенность данных машин является в том, что уже на заводе-изготовителе проведена их доработка. Включили в состав аппаратуру ГЛОНАСС, GPS, своя навигация. Уже каждая машина может автономно работать, автономно выдавать свою точку стояния. Плюс добавлены приборы ночного видения для ночных условий вождения. Основной особенностью данных машин является то, что они способны вести стрельбу в движении.